Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Идеальные незнакомцы. Семеро старых друзей собираются вместе на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность. Предчувствие. У каждого в жизни хоть раз было предчувствие беды, когда просто знаешь, что скоро произойдет что-то плохое. Домохозяйку Линду сейчас как раз охватило такое предчувствие. Некоторое время спустя шериф города сообщает ей, что ее муж погиб в автокатастрофе. Не зная себя от горя и отчаяния, Линда не находит себе места. Она не верит, что такое могло произойти. Проснувшись утром на следующий день, она видит своего мужа целым и невредимым. Вскоре Линда поймет, что это было непростое предчувствие, и теперь она должна предотвратить трагедию. Чемпион. Невероятная история о лошади по кличке Секретариат, которая в 1973 году смогла сделать то, что никому не удавалось на протяжении 25 лет – выиграть подряд три престижнейших скачки из серии «Тройная корона». После неожиданного развода домохозяйка Диана решает перезапустить собственную жизнь и отправляется в колледж. Она попадает на один поток с родной дочерью, которая совсем не рада подобному повороту событий. Но Диану уже не остановить. С распростертыми объятиями она принимает безумную студенческую жизнь. Ребенок Розмари. Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаусы переезжают в нью-йоркский Брэмфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, Мини и Романом Каставетами, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует ее. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что соседи Вудхаузов – участники сатанинского культа, строящие зловещие планы относительно ее еще не родившегося ребенка. Трудности периода 2003 года. Токио. Ночь. Фешенебельный бар дорогого отеля. Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое американцев. Телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая женщина Шарлотта. Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице. Во время своей многочасовой прогулки Боб и Шарлотта попадают в забавные истории и неожиданные перипетии, знакомясь с местными жителями. Жизнь восточного мира открывается американцам яркими и незнакомыми гранями, помогает обнаружить в себе веру в потрясающие человеческие возможности, а случайные встречи становятся очень нужными и важными для постижения жизни. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!